Такие два крыла. Оно не на полу стоит. Сейчас она побежит с ним. Ага. Какая, ну и рожа, я сейчас скажу, такая угрюмая. Во. Ну и сестры. Ты кого на рыбе? Не грини. Угрюм рожа. Поменьше, наверное. Главное, поиск кольцо. Ну, грим рожа. Слушайте, это не отец. Глаза средние темные. Всех снимать. На наш. Крепкий верх. Достаточно сухая шея. Правильный фронт. Достаточно сводистые лапы. Грудь глубокая. Движение.
Спасибо. Легкоходская, выше среднего роста, подвижные субстанции. Хорошо, физическая разница. Голова правильной пропорции, достаточно объемная морда, глаза темные. Несколько неуверенное поведение. Нормальный раз за грудь. Достаточно крепкие пятки. Чуть плосковатые лапы. Хорошо пигментированные губы и мочка носа. Она перед тем, как написала. Отличная волосы. Так, алло. Чуть рукава поставь задней конечности. Несколько раз бросили движение передних. Отлично, юный сад. Довольно пропорционально сложенная. Да? Ну, какой, когда бы еще там будет? Ну, да, я могу как. Отражу подбородок. По окрасу, поэтому. Довольно крепкий, удлиненный верх. Ну, сейчас какое-то место выговорить. Все-таки, смотри, похоже. Умеренно развита грудь. Слышать наша конкуренция. Ну, ну. А? В основном в академии. Там размножили. Вот это капель, да? Да. Когда Берта-то будет выступать? Не говори. Не, ну вот этот-то тоже больше на американца похож, чем на это. Более-менее нормальный, окрас нормальный. Красивый кобелек. А вы тренировались, да, уже? Тренировались они. Породный, крупный, крепкий, высоко периодой, с умеренной оброшенностью, достаточно компактный. Вот, блядь, вот похож на этот. Мощный костяк. Я не понял, крупный и в то же время компактный. Это как?
Глава мужественная, сильные и сердечные, глаза темные. Правильные поставки. А ему какие голубые надо было. Очень красивые линии верха. А хвостом виляет. Довольно широкий фронт, незначительный размер. Грудь глубокая. Укуси этого коня. Хорошие углы конечности, особенно сзади. Ну. Чуть излишний темперамент. Несколько косолапит движений передней конечности. Тебя бы так на поводке повезти, так ты бы не так бы закосолапил. Так достаточно широкий и свободный. Отлично так. Ух ты, разыгрался. Какого кто-то не знал? Чоколь? Типа нахуй школу нахуй одна. Да, от клуба. Да, от клуба, ну. На рыбалку-то ездил, Коль? Да некогда нахуй, глубоко. Да в ветер погода нету. Ну, погода. В понедельник вроде мы это что-то так планируем, но не знаю, что погода. Так а что-то я слышал, закрыли подледную рыбалку у нас. Опять открыли. Холод открыли это? Продлили, короче. А это ж со спиннингом никто не ходит. Голова выразительная, мужественная, хороших пропорций. Голова, ты боишься здесь. Глаза, дети, мощные зубы, хорошо фиксированы. Правильно прилегают зубы. Третьей длины, крепкая шея. Хороший верх. Глубокая и достаточно широкая грудь. Прям идеальная собака. Достаточно крепкие части. Хорошие углы передних, отличные углы задних конечностей. Коват подсад задней конечности, чуть высоко несет движение в бок, шаг достаточно свободный, отлично. Породный, крепкий, элегантный и мужественный кобель. Отличный силуэт. Хороший оброс. Ну, короче говоря, все хорошие, все отличные. Сильный костяк.
Дёрта линяет, да, Марик? Линяет дёрта, да? Правильно, длинный, мужественная голова. Темные глаза и губы, и веки. И жопа. Достаточно широкий рот. Крепкие, короткие части. Хороший мужик грудь. Прочный верх. Небольшая коробина, три ускората поставили сзади. Движения не вполне свободные. Отлично. Собаки добрые разрешают, а зубы смотреть. Угу. Как кавказцы. Да, ну глянем. Особенно у бабки. Нос. Вот да ему. Породный, крупный, гармонично сложенный. Микрофон засъел. Один микрофон. Легкопортный. Довольно хорошая мускулатура, конечно. Отличные пропорции, выразительная голова. Глаза, мышцы носа, веки, губы пигментированы хорошо. Хороший фронт. Прочный верх. Хорошо развита грудь. Правильные углы передних и задних конечностей. Пожалуйста, выйти. Пускай вас по задней конечности. Движение не вполне эластичное. Отлично. Все втроем. А зачем они еще бегут, совсем не поставили? Я же говорю, темная жопа. Они в финал выходят, что ли, или что? В финале. Сейчас она есть первое место. Первые три места, теперь финал. Ну а что вот это, наверное, красное и купит? Раз она тут упражняется, да, с ними? Наталья, на связи, подожди. Под
Ну-ка, скажи. Панамка. Свободно лежит. Красный? Нет, средний вот этот собак. А вот ты видишь первое место красным дом. Красным надо идти место поставить. Тут первое место, когда я не знаю,